Настоящий рок. За распитие спиртных напитков 500 рублей. Да. До 16 это было. Это чтобы никто не мог, на самом деле. На самом деле пошел дождь. Бабушка. Максан, главное, чтобы рок был. Саня говорит не мама, а бабушка. Макс. Концентрации народа, блин, по-любому было меньше. Нет, концентрации вообще не было. Живой Рамон. 400 билетов было продано. Человек 200, блядь. Пришло таких просто. Кончик, не бог. Нет, там просто еще пишу была заставлена не политкорректно. Было написано, что как будто они просто играют. Да. И вот из этого... А я, вот, например, на трибьют Рамонс бы не видел. Ну, покажи. У него было две темы. Хат закрытый, вот такой. Очень приличный. Жена. И открытый. Да. Очень приличный. С обмен опытом, да. Как ваш ЦРУ поживает? Пизда там. У нас ЦРУ, блядь, пизда. А как форматом ругаются в ЦРУ? Вы знаете, у нас КГБ ругаются. Серьезно? У нас КГБ. Я помирал, блядь. Пиздец, нахуй. ЦРУ, блядь, меня заебали, блядь. Хули, блядь, они ругаются, нахуй. Да. Давай покажите, покажите, пожалуйста. Сын на нас. Я, блин, охуенный. Санёк, успокойся. Садлись. Садлись. Тихо-тихо, ты мне коленки обоссил. Так, Санёк, пупок. Пупок покажите. Пошёл пупок. Главное, чтобы никто не упал. Сыны вы все заебали, Thank you.
Thank you.
Давайте пока, да, мы заботрем на сын, да. Пойдем пописываем наверх, потом поедем дальше. Пойдем пописываем. Ты что говоришь? Нет, почему наоборот, блядь? Я на самом деле, если пока что начали съемки, это будет на самом деле одна из лучших частей фильма троих, на самом деле, объективно. О, кольцо там, проститутки, будем с ними тереть. Пошли. Все. Давай, Сань. Вы знаете, у нас сейчас все. Не, поссать круто. Поссать круто вообще. Поссать, я так. А круто поссать, еще круче. Че не поссать, Сань? Да. Че за хуйня? Поссать. Поссать, да. Бля, он все выпьет. Ну, ты поехал? Давай, Максим, давай. Все.